Бывает. О, Никита Ефремов здесь. Реально? Бля, ебать, я по таким магазинам. Братва, я по таким магазинам. Брат, сумочку такую надо? Киночки надо. Надо. Киночки. Это киночки, 20 тысяч, сумочка. Брат. Пошла нахуй, блядь. А что вы не можете вести? Ну, в закладочку. У меня яйцо одно сюда поместится только. Сихуя у тебя яйца боровы, блядь. Слав, а где этот отдел, в который мы приехали? Я не знаю, брат, можно все разное посмотреть, если не искать. А, ты в Тивере. Бля, знаете, чат, у меня вот мечта. Если бы я был худым, я бы хотел какие... Ой, блядь, это юбка. Какие-то, знаешь, такие штаны кожаные, ебать, в обтяжку. Показывай. Попробуй юбку, можете нормально. Яйца показывай. Потом. Потом. Потом, блядь. По промокоду Drive на майка... Ладно. Давай, давай, мне похуй, говори. По промокоду Drive на майка SGO, чё? Там яйца. Там яйца, говорит. Охуенная реклама. Какие яйца? Говорит, по промокоду Drive там MyCSGO яйца. Там типа тебе про твои яйца, мне лосные, которые гнилые, да? Нет, там у нас другая, там сумочка маленькая. Я сказал, что у меня одно яйцо только не поместится. Сырые. Дальше по... Там сырые яйца. Топорыши. Брат, это, кстати, пиздец, какого сумку женщин считает свой пиздец. Бля, вот как охуенно вам быть? Вот, скажи, хорошо быть худым? Ты можешь любую одежду нахуй. Худым или тюбиком? Худым или тюбиком? Ну, вот Макс худой, а это вот именно тюбик ебаный. Вот им прям тюбик-тюбик. Да, здорово. Может, вас фоткать или можете, пожалуйста? Пожалуйста, брат, давай. Да, брат. Тут трусы только М размера максимум. Реально? Тут L, K, XL. А у вас мужских трусов нет размера? Маркет тройной пузо. Не-не, XL-ку там, условно. Есть? Есть, Макс. Есть, ну все. Я посмотрю, тут эльки, эмки, блядь. Что за женские размеры, блядь? Ну, какое-то неуважение к толстякам, блядь. Я вот тоже почувствовал резкое такое. Ну, дизель, ёпта, чё тут. У меня дизеля только трусы, на самом деле. Я хочу в тот отдел, который новый открылся. Там, типа, ебать хайп-шмот, говорят. Марк, давай тебе пока не так игру, прям грибчик ебанутый. Просто плавай. Думаешь? Очень брат, ну ты не найдешь на меня размеров, я тебе клянусь. Ну, я тебе даю, привет, привет. Я тебе типа, ну, соберу, ты наденешь просто и выйдешь. Давай, давай. Давай пойдем. Ну, только размеры мои найди. Не надо мне там обтяжку всех хуйню. Не, обтяжка, ну, там это водолазка. В дизеле хочешь чисто? Ну, водолазка будет из дизеля. Давай, давай. Бирбрика хочешь? И вот такие кроссы. Ну, стоник, ебать, чистый с тобой на забив. Да, да. Как в прошлом ты гонял, ебать. Сейчас соберет, долбоеб. Опозорит меня. Надо в это вреда надеть. Вреда надеть. На меня. Да. Ну я очень крупный, типа, меня прям. Это вот какой размер? Мы XL продали вчера. Вот XL-ка моя, кстати, была. А это какой размер? Сам, ну даже консультанты смеются, блядь. XL тоже. XL? Да. Брат, делаешь? Это XL, ну я могу, давай собирай. Че вот оторвалась здесь эта штука? Это брак? Видимо, брак. Реально? Ну в два раза дешевле, да, шмотка? А на туре нет такого? Наоборот, дизель в чем хуже, тем дороже. Штаны давай какие мне. Что еще раз? Дизель наоборот, чем хуже, тем дороже. Базар. Давай, давай. Давай. Сейчас какие-то штаники, давай вот эти. Можете, пожалуйста, это подержать? Вот эти. Брат, ух, ебать, прикольно выглядит. Не, брат, вот это ему надо. Вот, не, вот как лип какой-нибудь. Ебать, ну, выглядит очень хорошо, на самом деле. А вот это? Ну, моих размеров тут нет, навряд ли, штаны, вот штаны, это и есть твой размер. Какой это размер? А, вон там. У тебя какой прежде? 55-й? Брат, у меня 58 где-то. Какой 58? Ёмнуху, ёмку. У тебя элька? У меня бедра широкие очень. Покажи, вот. Подними живот. Вот, очень широкий. Ну, элька у тебя, брат, какой у тебя какая широкий? Какая элька ты? Проснись, или будет ебать. Сейчас, блядь. Оденут меня нахуй. Стой, я не помню предложение, в смысле, я типа хуёво выгляжу или чё, к чему ты... Нет, да просто посмотрим, может быть ты что-то переосмыслишь. Типа ты стиль мне изменить хочешь, брат? Ну надо начать с кепки. Чуть-чуть тогда. Надо, брат. Нахуй кепку о мире, это уже... Чё, вообще пиздец, я же не вижу. Я не знаю. Пусть луковицы волос сить на голову. У меня половина волос уже, блядь, мой родной цвет. Я как реально как бомж ебучий хожу. Нормально, брат, мы тебя сделаем. Попробуй волосы, может, и пойдет. Брат, угораешь, понимаешь, ну? в какой-то момент ты вот ты свернул на, ну, не на ту дорожку, я тебе так скажу. Ну не, даже не про это, бро, это понятное дело, что хуйня. То есть ты просто себя запустил, понимаешь, а жизнь она продолжается, и рано или поздно ты как Влад Савельев станешь.
Не дай бог, блядь. Водяру буду с доната бить, нахуй. Ну, это месяца два, блядь. Как так стримишь с задержками? Еще укачает, вырвет, нахуй. А у тебя так же было? Нет, я не могу так стримить. Это реально, пиздец. Да нормально, да не обращай внимания, и все. Главное, у них стабилизация охуенная. Что еще раз? Под него пошив отдельный, да, подвес? Нет, они есть, просто они в другом бутике. А, в другом бутике, где он находится? Смотри. Мы туда не поедем точно. Нет, их мы себя привезти, но это будет только... Не, ну это долго, не-не-не. Опа. Брат, мне надо низ какой-то найти. А это 50 размер, это L-ка, да? Попробуй этот померь. Подержи, Максим. Давай, давай. Что, на кофту? Давайте, добро пожаловать. Ну, у тебя что там? Давай кофту одену. А, давай, давай, давай. Добро пожаловать в Москву. Нет, это сейчас должно, сейчас он должен жестко застелить вот эти. Это будет, ну, это грязно будет выглядеть. Потом едем в гей-клуб нам. Брат, как будто она чуть-чуть не налезет. Что, это бок, что ли, таки? Бля, реально Влад Савельев. Держи, вот это. Но сделай же фильм тему свою. Нормально? Бомбово, брат. Не, кстати, на самом деле неплохо выглядит. Только надо чуть размерчик побольше надеть. Не, куртка прикольная, но она, блядь, вот это хрустит вся. Да, да. Если тебе для клипа, ты же сейчас брюморы будешь делать. На самом деле, мне кажется, тебе в мае куртка не нужна уже будет. Ну да, да, да. Вот толстовочка всегда актуальна. Вот. Блядь, ну это реально люди носят, это же еще... Нет, это хорошо это выглядит. Нет, пизда выглядит. Ну потрогают, как пакет. Ну да, ну что. Не, ну ты знаешь, строительная вот эта вот хуйня. Это стиль был. Не, вот это бери точно по-любому. Вот это бери, это твоя прям. Нормальная история. Хорошая. Какой третий? Я знал, что кто-то не Дилару не увидел, как сиську трогает. А тебя запрещат мужики трогать? Тут непонятно, если близко снимать. Что говорит? Говорит, непонятно, если близко снимать. А что Дилара при чем? Что она запрещает сиськи трогать. Ебать, научился снимать, я бы уже три раза пузо засветил. Так ты чё, блядь, это опыт всё, брат. Нихуя себе. Ты не будешь её брать? Ты чё, ебанулся вообще? А чё, на размер больше просто? 4XL ну, есть? Ну, гараж? Нету. А не подскажите, а у вас есть размеры на великана? Нет, ну чё? У меня есть, смотри. Подскажите, у вас есть размеры на тех, кто побольше, там, 6XL? Ебать. Амай. На финал до двум дач как ворвешься. На колени. Ничего не полезло, чуть не порвалось. Да. Да. Ну я скуф. Штаны можно посмотреть. Большие штаны есть. Какого-то размера. Вот эти будут большого размера. И затянутся добавлю. Вот это? Да. Тут же дырки на жопе будут, нет? Нет, так на жопе дырки. Значит, пойдем на коллекции, они прикольные. Один даже еще из свитер тоже большой, там громадный тоже. Да, хороший. Вот такого плана. Хочешь, чтобы у тебя женщина. Вот такого плана можно. О, это вообще бомбовые. Вот это? Не, вот это, ну, обе бомбовые мере, слышишь? О, давай, давай. Будет можно сказать. Сейчас мы старичка оденем, все нормально будет. Сейчас я охуею. Брат, а ты сколько сейчас весишь? 113. Нормально. О. Да, блядь, а заебали эти сиськи. Вот у него в пузо все идет, а у меня в сиськи, блядь. А у него пивное просто, старость. Я ебал, лучше бы у меня тоже в пузо все. Что, блядь, эти сиськи ебучие. Не, у тебя со временем как поел. Конусы торчащие. Нет, брат, тебе... сбоку, нет, посмотри, это же вообще пиздец. Что, тебе идет, блядь, толстым? Что ли? Лифчик носи, нет. Нормально все будет. Ты не нашел лифчик, блядь, дурак. Купи себе реально ПЛ, который фикс-корсет просто фиксирует. Ебать, у меня в бок сиськи торчат, охуе. Не, у тебя как антенны, брат. Да не, брат, нормально выглядишь. Но вот это пора поменять. Это уже надо выкинуть просто нахуй. Это почему-то вообще нормально. Они удобные, но им типа пизда уже. Бля, у меня реально башка закружилась с этой хуйней. Я не могу, меня укачивать. С какой? А, со стабика? Пишет, растянул, покупай. О, брат! А вверх? Ебать! Так они хорошие. Пацаны Тольятти могут не понять. Да мне вообще похуй, что там понимает, кто не понимает. Ты сам. Сами, блядь, штаны не знаешь, что? Давай, блядь. Макс!
тебя сколько хуй сантиметров в стояке? Сколько хуй в стояке? У меня 12. Пиздишь. Или бы с тобой не встречалась. У меня где-то 35 после холодного душа. Она достойна лучшего, мать. Нихера себе. Блять, если я их порву, слова оплачивает. Брат, ну хорошо выглядит. Думаешь? Да, вообще бомба, слышишь? Кальян... А верх можно? Бля, как на тебе шили, просто по заказу. Не-не, можно Эльку померим? Брат, как на тебя шили, бля, буду. Как будто можно у него попросить. Московский стилёк ощущается? Есть, есть такое, да. Кальянчик ананасовый. Можно типа вот такого типа наверх накинуть. Давай. Ну либо бломбер можно, кстати, он накинуть, то есть он большой. Да, да, он большой. Ты брат, где-то протестируй. Какой-то вот этот. 54. Ой, 54-й, он как будто маленький. Не-не, нормально. Потом по костюм есть еще вот такие. Бля, охуенно выглядишь, слышь. Как перед сном в пижаму залез. Сейчас, погодите, еще вот это вот для полного кадра, нахуй. Нет, верх хочется другое. Не, брат, ты очень хорошо выглядишь. Вот как раз для Тольятти, как раз вот... Лет 12, наверное. Маме на огород. Слава. Ну, реально, по 10 баллов, брат. Бомба, брат. Не, реально, клип делаем? Штаны, да, но вот вверх. Штаны подходят, да? Не, штаны вообще идеально. Ты как диджей Калет, брат. Ты что, охуел? Он же вот такой вот весь, блядь. Не, ну тебе нравится, скажи честно. Штаны мне нравятся, мне не нравится вверх. А мне очень нравится вверх. А вам трусы выдают дизель? Что? Трусы в дизель выдают? Нет. А, сами? Бля, я обработал дизель за трусы, клянусь. Нам выдают форму. Нет, трусы у них пиздатые. Ну, нормально. Есть вот такие костюмы тоже. Че, на рыбалку едем, брат, или охоту, блядь? Ты вообще блядь? Выглядишь как охота. Пушка? Да. Блядь, мне ебать нравится. Не, на самом деле, если принять этот образ жирного уёбка, блядь, и вот так ходить, это было бы охуенно вызывающе. Да, да, да. Ну типа, блядь, вот пузо вовсю выкатить. Главное, что у тебя хуест торчит. Выпучи вовсю. А ты без штанов, я надеюсь, ты же не на свои штаны надел? Не, не. Нормально. Не, ну мне нравятся вот эти московские движухи. Тебе купить цепи, брат, ты реально будешь сиять. Хас. Либо вот такого плана еще есть. Верх. Ну это какая-то S-ка, надо. Нет, 3XL. А, ну 3XL нужен нам. Брат, слышь? Марк! И вот так резко, чтобы подчеркнуть образ, клянусь. Да ну! Очень бомбовый. Вот как клубе, вот, фотки, реально, фотки. Очень бомбовый. Вот сюда закладочка. Делайте логотипом геометрию, да, не как раньше на этих на фотках клубных. А для чего реально такие сумки покупают? Ну, 25 тысяч стоят. Дружище, а зачем такие сумки покупают? Для AirPods. Ну, без шуток. Неужели хотя бы реально? Нормальный человек есть, который понимает, для чего это сумка? Для AirPods. Пожалуйста, это мое. Пиздец, блядь, вы долбый виз, блядь. Размер хоть один, блядь. А у тебя какой? Элька. Ну, Элька, верх, третий. Марк, как тебе вот эти кроссовки? Мне они понравились. Эти последние коллекции. Ну, 42-й раз морозы. Как тебе кроссовки? Хуйня? У меня 44-й. Нет, у меня 44-й. Себе, сори, хуйня кроссовки? Ну, как овердрайва, если честно. Да? Ну, у него прям такие. Согласен. Чек ТГ. А что писают на Ваню? Чек ТГ. Сейчас, подожди, Вань. А? Покажи кошелек. Какой? Ну какой твой, покажи кошелек. А зачем? Просто интересно. А что ты хотел сказать? Крокодилю? Бля, ну вот это мне как будто идет, да? Да, брат, бомбово выглядишь. Не, ну без шуток. Не, кстати, правда хорошо. Если вернусь, она будет голубого цвета.
Брат, мне кажется, реально дизель. Не, расскажи прикольные. Да, газировка. А что стоит? 40 на гре. 47. Смотри, что строго пишешь. Все шмотки по 40. А что, Катя, кто сторис продается все по... Хотим или нет? Да мне вообще похуй. Ну поехали. Если есть кайф, ты как? Так не, он-то, наверное, по делам. А мы вместе не едем в Рестик? А, мы же, я в Рестик, да, со Славой должен из Деларки поехать. А, реально? Знакомство. Со стримом типа, да? Не-не-не. А, без стрима? Да. А, ну все, тогда, сейчас напишу. А у вас со сколько рейс? А, Иван, этот, короче, ну ты, думаю, слышал на стриме, а они потом в ресторан с Деларой едут. А у вас во сколько рейсик забронирован? У нас вообще нет брони, брат. Мы просто поедем жрать все. Так типа посидим, покушаем, я еще думал прикольную тему предложить. Если хотите, может тоже там Юлю позвать. А на стриме? А на стриме? Ну сейчас стрим, потом. Так она ебать стрим по 5-6 часов. Ну поменять так, вдруг.